Гидродинамическая очистка ливневок весной – это всегда противостояние. Лед – главный враг уличных стоков и канализации. Обычно не помогают даже солнечные дни, когда все тает, но даже с ними в Рязани пока туговато. Улица Дачная – главный проезд. Ливневый сток – единственная возможность через пару недель не превратить это место в широкое озеро. Но труба в колодце еще зимует, отогревать и прочищать ее пытались так, а потом вот так. Даже вот так. Становится ясно, битва с весенней мерзлотой будет нешуточная. Впрочем, график уже составлен. Мы предусмотрели этим графиком выполнение работ по расчистке колодцев, даже приемных в местах скопления воды. Это на проезжих частях, где они находятся в низине. Также водоотводных каналов, опять же, которые находятся в низине. Сейчас специалисты управления благоустройства проводят мониторинг грязеприемных колодцев на всех проблемных участках проезжей части, а таких в городе уже 250. Понятно, что за центральные улицы можно уже и не беспокоиться. Основное противостояние с разливом будет на внутридомовых территориях. Пока ситуация нормальная на проезжих частях. У нас ситуация немножко сложилась сложнее это во дворах. Потому что не все ливневые колодцы почищены, даже приемные. То есть приходится уже по одноразовым заявкам жителей выезжать туда, направлять бригаду для расчистки этих колодцев. Битву за чистоту внутренних артерий города подрядчик будет вести до конца мая. Деньги на прочистку есть, причем и на следующий этап тоже. Промывкой займутся уже в начале лета. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».